ребята, не сходим с ума. Всем привет. Hello, мы сегодня собрались в Open Kids. Спеть. Для чего? Песню. Офигенную песню. Sorry. Мои солнышко. Итак, ребята. Раз, два, три. Sorry, мы уже не те. У меня иммунитет твоей красоте. Если хочешь, позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Сори, я как Аладдин. Ищу принцессу и надеюсь, мне поможет джин. Она излечит мое сердце лучше медицин. Для того не даст уснуть ночью кофеин. Ты научил меня любить, сердцу не давал остыть. Рассвет и близость бесцельны, скажи, когда мы успели забыть. О-о-о. В твоих руках я растворялась так, заставляя сердце биться в такт. А ведь нам все мало, оставляли шрамы, мы сожгли друг друга, да. Сори, мы уже не те, у меня иммунитет в твоей красоте. Если хочешь, позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Сори, we're not the same. Разбились паутину чувства, как дисплей. Мне говорили про себя, уйти за дверь. Хотела, чтобы у меня с тобой любил хайвей. Сменил десятки сансетов. Уже не важно, с кем и где ты. Словно холода в разгаре лета. Тут нет любви, если где-то. Могу залечить раны другой, назвать дождем то, что было грозой. Все забыть, будто это был сбой, но какой ценой. Сори, мы уже не те, у меня иммунитет к твоей красоте. Если хочешь позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Сори, мы уже не те, разбились паутины чувства, как дисплей. Мне говорили, брось его, уйди за дверь. Хотела, чтобы не с собой любить. Сори, мы уже не те. 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 У меня иммунитет к твоей красоте. Если хочешь позвонить, я на луне. Передам потом привет, дело не в тебе. Сори, we're not the same. Разбились паутины чувства, как дисплей. Мне говорили, брось его, уйди за дверь. Хотела, чтобы унес с собой любви хайвей. Окей, спасибо тебе огромное, спасибо. Очень круто. Вам спасибо, вы дико крутые, ребят. Ты тоже очень крутой, спасибо большое. Подождите, теперь надо вторую половину обнять. Давай, Моника. Кстати, напишите в комментариях, понравилось ли вам. Я ну, очень круто, Ваня. Да, спасибо. Подождем чуть-чуть. Что согласился. Я давайте чуть-чуть подождем, пока не напишет. Пишите. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик и ставить лайки. Красный кнопочек. Бай! Спасибо!